Главные события и важные решения. Все, чем запомнилась эта неделя для Самарской области. Здравствуйте, в студии Татьяна Потоцкая. Это итоги губернии глазами наших корреспондентов. Общими усилиями к общей цели в Самарской области может быть введена система самообложения населения, то есть добровольные взносы от жителей, которые пойдут на развитие региона в целом или конкретного двора и улицы. Но это исключительно по желанию и пока лишь на уровне предложения. Оно прозвучало от глав городов и районов на 11-м съезде Ассоциации Совета муниципальных образований. Подробнее Виталий Портнов. Самарская область в числе первых, кто в прошлом году решился на реформу местного самоуправления. Результаты очевидны. Активно решаются вопросы благоустройства ЖКХ. Соответствующими полномочиями наделены общественные советы. Но, тем не менее, работы впереди много. Уйти от формальности, приступить к конкретным делам с еще большей силой. Такую задачу поставил глава региона руководителям территорий на 11-м съезде Ассоциации Совета муниципальных образований. Мы будем предметно, в том числе на встречах, когда... Там предвыборная будет, и не только на тех встречах будем очень подробно разбираться, очень подробно, какими полномочиями они наделены, как они работают, насколько их инициативы правильно воспринимаются, насколько администрация городская ушла от того менталитета, что это теперь другая власть, что это теперь во многом самостоятельная власть. Много вопросов у населения по-прежнему по части уборки дворовых территорий, особенно в сильные снегопады. Глава региона поручил городским властям закупить дополнительно малогабаритную технику. Общими усилиями власти на местах и населения нужно Самару привести в порядок. Именно на это, в том числе, и нацелена реформа МСУ. Только усиленная работа всех уровней власти позволит нашему региону преодолеть имеющиеся сложности и продолжить движение вперед. И только личным примером, конкретными делами можно заставить людей поверить, что реформа местного самоуправления реализуется в их интересах, в интересах людей. В современных условиях необходимо экономить, сохраняя все социальные обязательства. Сейчас перед каждым муниципалитетом стоит задача пересмотреть бюджеты. Но нельзя забывать и о привлечении дополнительных инвестиций. Губернатор отметил, что сейчас пока недостаточно поддерживается малый бизнес. В рамках заседания главы городов и районов предложили рассмотреть возможность в качестве дополнительного источника привлечения средств – самообложение. Это разовые добровольные целевые сборы населения. Причем жители сами решают на референдуме, сколько отдать и на какие цели. Мы вовлекаем в развитие наших территорий средства граждан и организаций, которые не поступили бы в бюджет в виде налогов. Заметно увеличиваем доход бюджетов малых муниципалитетов, направляем их на решение конкретных местных проблем, которые и оглашаются во время проведения референдума. Это позволит общими усилиями решать проблемы на местах. В непростых экономических условиях решать ключевые задачи, поддерживать крупные инвестпроекты на долгую перспективу помогут и целевые займы населения. Инициативу губернатора по выпуску областных и корпоративных облигаций поддержали в Минфине России. Тем более уже в начале этого года крупные компании заявили о возвращении авансовых налоговых платежей. По итогам января из регионального бюджета назад было перечислено порядка 1,5 миллиарда рублей. Еще 4 предстоит выплатить. Важнейшего. Вопрос. Это надо делать все, чтобы были рабочие места. Поддержать любого человека, который пришел с определенной инициативой. Настрой все равно такой, и возможности все равно остаются для того, чтобы активно развиваться. Особенно, что касается муниципалитета и особенно сельского хозяйства. Поддерживаются проекты все молочные. Нужны инициативы, нужны люди, те, на которых можно положиться. Положиться во всем. При этом каждый рубль должен быть на счету и работать на благо региона. Особо это касается развития сельских территорий, отметил губернатор. Необходимо создавать новые рабочие места и предприятия по переработке сельхозпродукции – молока, мяса и зерна. Это даст дополнительный доход в бюджет в виде налогов. И опять же, все для людей. Ярмарки с товаром на 10-15% дешевле должны на постоянной основе работать во всех городах области. Николай Иванович Меркушкин еще раз подчеркнул, в это трудное время нужно объединиться и вместе включиться в созидательные процессы. Виталий Портнов, Алексей Вельмискин, новости губернии. С
Сокращенным сотрудникам автоваз-агрегата будет оказана поддержка из резервного фонда губернатора. Ситуацию с обанкротившимся предприятием глава региона обсудил с заместителем полпреда президента ПФО. Как отметили во время встречи, сейчас самое главное, чтобы бывшие сотрудники получили реальную помощь со стороны государства, а производственная площадка не стала руинами. Своим сотрудникам автоваз-агрегат задолжал ни много ни мало 100 миллионов рублей. Согласно версии следствия, еще 20 миллионов генеральный директор скрыл от налоговой. В этой истории уже два уголовных дела. Как отметил на встрече с губернатором области заместитель полпреда президентов ПФО, в расследовании положительная динамика. Одно дело уже на стадии передачи в суд, по-другому проводится бухгалтерская экспертиза. По словам Олега Владимировича Мельниченко, сейчас перед правоохранительными органами стоит еще одна важная задача – не допустить хищения оборудования завода. Срочно эту ситуацию проанализировать, и если подобные факты есть, соответственно, на них адекватно отреагировать и пресечь, чтобы производственную площадку не превратили в руины. Да? Как отметил глава региона, сохранение производственной площадки завода – ключевой вопрос, и правоохранительные органы должны на это обратить особое внимание. В мэрии Тольятти по этому вопросу работает специальная рабочая группа. Социальную помощь должен получить каждый бывший сотрудник предприятия. Так, например, из-за сокращений у 450 детей как минимум один родитель остался без работы. Из них у 160 оба кормильца были сокращены. Таким семьям будет предоставлено максимальное количество льгот. Среди них бесплатное питание в школах, субсидия по оплате коммунальных счетов. Отдельно будет оказана поддержка из резервного фонда губернатора. И мы решили, что с резервного фонда, там, где мы сможем, условно, не будет это противоречить закону и положению, мы часть людей, у которых дети, оба родители оказались в таком положении, да, их поддержать. По словам Николая Ивановича Меркушкина, еще одним вариантом соцподдержки должна стать организация в Тольятти общественных работ. Такая инициатива уже поддержана федеральным центром. По общественным работам мне звонил позавчера. Мы разговаривали еще раз с Топилиным, министром федеральным. Они нас поддержат в полном объеме то, что нам, в общем, потребуется. Как заявил губернатор, сейчас мэрия города должна максимально четко проработать этот вопрос. А в перспективе решить проблему сможет особая экономическая зона Тольятти. К 2019 году там откроется больше 3000 рабочих мест. В заключение глава региона добавил, что правоохранительные органы должны занять жесткую и принципиальную позицию при расследовании уголовных дел. Люди должны получить реальную помощь со стороны государства. Дарья Болгова, Ольга Павловская, Александр Вельмискин, новости губернии. Сохранить завод и оборудование для выпуска новых станков для аэрокосмической промышленности. «Металлист» готов выкупить производственные линии и арендовать цеха Волжского машиностроительного завода. С просьбой оказать содействие в этом вопросе к губернатору обратился исполнительный директор самарского предприятия. Руководство готово вложить средства в модернизацию и запустить новое современное производство. Николай Иванович Меркушкин это предложение поддержал. Мощности высвобождаемых цехов ВМЗ хватит для того, чтобы производить роботов-манипуляторов и станки с программным обеспечением. При этом будут сохранены рабочие места, а инженеров не придется направлять на переобучение. Мощный инженерно-технический персонал, причем тот, который проектировал и изготавливал станки с программным управлением, роботы, манипуляторы, автоматические линии, они проектировали, изготавливали. Поэтому вот задача, чтобы эти специалисты не переезжали куда-то в другое место, там же и работали. От 40 до 50 миллиардов рублей может вложить группа компаний «Русагро» в Самарскую область. Об этом на встрече с губернатором сообщил глава холдинга. Инвестиции пойдут на развитие агропромышленного комплекса. Речь идет не только о выращивании сельхозпродукции. Важно, чтобы в регионе была локализована ее переработка. Это может серьезно увеличить доходы областного бюджета. Если мы сможем загрузить вместе с вами предприятие на 100%, то мы готовы сразу... Новый проект открыт, это уже построить полноценный жировой комбинат с перетарификацией, гидрогенизацией, производством маргаринового и майонезной продукции и соусов, чтобы вся продукция, все уровни передела оставались в регионе и все налоги тоже. Если ты только дотируешь сырье, а твое сырье уходит куда-то, то ты бюджет делаешь нищим. А если ты дотируешь и перерабатываешь у себя, из переработки возвращаешь налоги, там и дополнительные рабочие места создались, и так далее, тогда в итоге оно не только как продукт производится необходимый человеку, но и как экономика, которая дает
макроэкономические показатели не минус, а плюс. Кадровые изменения в региональном правительстве. Виктор Вильгельмович Альтергот покидает пост министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Эту информацию нам подтвердили в департаменте информполитики администрации губернатора. Там пояснили, что причина – семейные обстоятельства. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время, а решение о преемнике принято позже. При этом Альтергот продолжит работать в статусе советника губернатора по вопросам развития сельского хозяйства. Договор аренды между областным архивом и самарским филиалом Российского государственного архива научно-технической документации будет продлен на 2 года. Об этом сообщил на встрече с губернатором глава Федерального архивного агентства. Речь шла о перспективах областной службы. Сейчас ей необходимы новые помещения. По словам руководителя областного управления, площадь только хранилища должна составлять минимум 14 тысяч квадратных метров. Глава региона поручил детально проработать этот вопрос. Начать поискать, посмотреть варианты, да. Хорошо. Может быть, на самом деле не вот с нуля там построить, а может быть, есть, которые провели реконструкцию, внешние, внутренние, будет прекрасно смотреться. Большая и долгожданная победа. В Высоклинском районе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс по современным стандартам и доступный по-настоящему для всех. Виталий Портнов о спортивных перспективах. Эта победа одна на всех. Для жителей Соклинского района исторический момент. После долгих лет ожиданий открылся новый универсальный спорткомплекс. Регина Аксенова профессиональным волейболом занимается с 1 класса. До этого летом тренировки на улице, зимой в тесном зале районного дворца культуры. Спортивный комплекс нам очень понравился, потому что здесь очень-очень много места. Поскольку до этого мы все тренировались в спортивных школьных залах. Там было меньше возможностей для полноценной тренировки. А тут уже все есть. Теперь юная спортсменка с уверенностью заявляет, будет ходить в тренажерный зал и на фитнес-аэробику. В трехэтажном здании есть залы для силовой подготовки, настольного тенниса. ФОК полностью комплектован современным спортивным оборудованием. Покачать пресс, покрутить педали велотренажера или просто потягать гантели. Теперь это доступно для всех жителей Исаклинского района. Это общая победа. В новом современном спортивном комплексе каждый человек сможет найти, выбрать и полюбить тот или иной вид спорта. В зале уже идет разминка. Соклинские команды готовятся к товарищескому матчу по волейболу. Площадка универсальная. Здесь можно проводить турниры по баскетболу, легкой атлетике и гимнастике. Первый камень в основании физкультурно-оздоровительного комплекса был заложен еще 10 лет назад. Строительство не раз приостанавливалось. Проект здания переделывали. По инициативе губернатора в 2013 году работы возобновили. Из областного бюджета было направлено более 120 миллионов рублей. Эти объекты все они достаточно интенсивно эксплуатируются. И потому что у нас рядом школа. Там не просто школа, там есть лицей экономический, там кадетские классы, 6 классов кадетских. То есть они максимально имеют возможность в безопасных помещениях получить то физическое воспитание, которое предусмотрено федеральной программой обучения. Пандусы, раздевалки, спортивные залы, спорткомплекс доступен и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего за последние 3 года в регионе открыто 9 бассейнов, 11 ледовых дворцов, 19 фоков, 13 стадионов с искусственным покрытием и 157 универсальных спортивных площадок во дворах и при школах. Нужно это достроить объекты, те, которые начали, для того, чтобы они уже могли заработать, а потом уже приступать к новым объектам. Вот таких объектов, особенно в районных центрах, особенно в сельской местности, это большой такой скачок. За последние годы очень много объектов ввелось, очень много уже стоит на плане ввода, и в том числе в городском округе Самара. Уже в мае откроется вторая очередь спортивного центра. Футбольное поле, легкоатлетические дорожки, места для толкания ядра и прыжков в длину. А с трибун наблюдать за турнирами сможет 1500 человек. Виталий Портнов, Александр Ерофеев. Новости губернии. Исаклинский район. Новая неделя, новые события. Подведем итоги ровно через 7 дней. С вами была Татьяна Потоцкая. Увидимся.